Бесплатную консультацию у художника Александра Жиляева можно получить один раз в месяц, прислав 5 своих работ. Это будет краткий разбор выполненных произведений. Возможно, что в будущем платные консультации будут отменены полностью. Причины я поясню чуть ниже. Стоимость платной консультации можно узнать, пройдя по ссылке, которая есть в описании этого видео. На платной консультации я рассматриваю более 12 ваших работ. Если у вас нет такого количества, то смысла в платной консультации нет. Я должен увидеть полностью ваше портфолио, найти самые лучшие работы, выявить ваши самые сильные стороны и принести вам пользу, сделав эту консультацию. Проводится она в видеоформате, где я на экране открываю ваши картины, нахожу ошибки, вы следите за происходящим. Часть работ я открываю в фоторедакторе и прямо на ваших глазах там добавляю какую-то тень или освещение, и вы видите, как преобразуется ваша работа. Плюс ко всему, как я уже сказал, выявляю сильные стороны. Что это значит? Возможно, вы потеряны в техниках. Очень много работ, все выполнены в разных техниках, в разных материалах, но среди всего этого обязательно есть жемчужины, которые стоит найти, обратить на них внимание, отмыть, предоставить вам в чистом виде и сосредоточить именно на той технике, которая получается лучше всего, а вы ходили рядом и не замечали этого момента. Таким было мое объявление, обращение к вам. А теперь о целях записи этого видео. Друзья, нас на канале больше 50 тысяч, и в арсенале арт-школы есть бесплатные курсы. И вот, подписываясь на бесплатный курс, человек выполняет работу, понимает, что у него неплохо получилось, и есть желание показать работу преподавателю, оценить свое мастерство, возможно, выявить какие-то ошибки. При этом у меня есть видео, которые набирают там 50 и более тысяч просмотров. И в этом видео я говорю: подпишитесь на бесплатный курс. И сразу после просмотра этого видео там 800 человек подписывается на бесплатный курс. И после этого, конечно, не все, но многие стараются прислать мне свои работы для консультирования. И в моих мессенджерах начинает твориться беспорядок. Качество консультации, конечно, падает, я не могу ответить всем, люди возмущаются. При этом не все из нас, ну, скажу более мягко, мы все разные, и у нас разный темперамент и разный подход к коммуникации. Некоторые присылают свои работы вообще без темы сообщения, без каких-либо вопросов, просто вываливают там 6-7 фотографий. Вот какой я молодец, посмотрите, на что я способен. То есть я должен догадаться, что мне прислали эти фотографии для консультации, и прямо сразу начать отвечать на это сообщение. Часто вы присылаете свои фотографии перевернутыми, то есть когда фотографируете, разворачиваете по-разному свой телефон и потом загружаете это в электронную почту или в свое сообщение, и работы приходят лежащие на боку, перевернутые, не имеющие резкость, потому что на экране, на маленьком экране телефона она кажется резкой, а когда я увеличиваю на экран компьютера, она вообще не имеет резкости. Соответственно, посмотреть ее и дать какую-то обратную связь вообще невозможно. Часто работа сфотографирована так, что вокруг нее существует огромное бесполезное поле, которое, ну, информации никакой не несет, только видно часть вашего интерьера, может, какие-то осенние заготовки на зиму. Нужно обязательно обрезать свои работы для того, чтобы качественно преподнести преподавателю. Вы же хотите получить качественную консультацию. В последнее время вот меня девушка удивила. Она написала такое сообщение, что я выполнила работы, они у меня не получились, я хотела их выбросить, но решила показать вам.
Представляете, какой выбор между выбросить и показать преподавателю? Я понимаю, что большинство из вас очень доброжелательные, хорошие, тактичные люди. Их всегда большинство. И, скорее всего, они даже скромничают и не присылают мне свои работы. Но вот эти маленькие капли такого несанкционированного вторжения в личное пространство несколько выбивают меня из колеи, и я замечаю, что там часть дня я потратил на то, чтобы отвечать на сообщения, и при этом несколько чувствую себя уставшим, но еще никакой работы не выполнил. То есть я не записал новый урок, не записал новый курс, не сделал платную консультацию, принеся пользу там себе и своей семье. Поэтому возникает вот эта необходимость навести порядок в этой сфере. Когда вы просматриваете мои уроки на канале YouTube или проходите бесплатные курсы, то считаете меня учителем. Но сам себя я считаю художником, который преподает. То есть на первое место я ставлю себя как художника. Почему? Потому что у меня был в жизни период, когда я занимался только преподаванием. И здесь есть некоторая потеря в личном развитии. То есть мне кажется, что важно очень совершенствоваться все время, чтобы и для вас быть полезным. Потому что ты замираешь в какой-то области начинающих художников, создаешь уроки для начинающих, и, соответственно, твой уровень все время находится в каком-то таком узком поле, понятном только для начинающих художников. Но, создавая уроки и для начинающих, обязательно нужно обеспечивать свой рост для того, чтобы и ученики видели, что преподаватель на что-то способен. У нас есть в арт-школе и платные курсы, ссылку вы тоже можете увидеть в описании. Как здесь обстоят дела с консультациями? Да, здесь вы можете любую работу в любой момент прислать для краткой консультации. Покупая курс, пожалуйста, читайте описание. Если вы в описании формулировка «этот курс полностью поддерживается преподавателем», я даю полный комментарий ко всем выполненным урокам. К некоторым курсам есть три цены, где есть вариант для самостоятельного изучения, для изучения с консультациями преподавателя и для полного коучинга, когда вы имеете полный контакт с учителем в течение месяца, можете в любой момент позвонить по скайпу, написать личное сообщение. Соответственно, этот блок стоит дороже, и вы должны это учитывать. И сейчас я не пытаюсь выстроить забор между аудиторией и самим собой. Я по-прежнему открыт для общения, но навести порядок, как я уже сказал, просто необходимо. И, возможно, он даже вам тоже необходим. Почему? Вот обращается ко мне девушка за консультацией. И вопрос конкретный, как мне начать продавать свои работы? Я говорю, что там консультация будет стоить там 400 рублей. И девушка отказывается от консультации. Скажите, в этом отказе есть какое-то понимание того, насколько она ценит свои работы? Ведь даже одна проданная картина покрывает стоимость этой консультации. Соответственно, нет веры в свои работы, нет веры в себя, в свою живопись. Значит, еще нужно пройти круг перед тем, как, наконец, оценить творчество другого человека, время другого человека, дать ему возможность заработать, получить для себя пользу, а, соответственно, выйти на какой-то уровень совсем другого восприятия. Вот открою вам такой секрет, у меня сейчас на компьютере не стоит ни одной взломанной программы компьютерной. Они или бесплатные, или условно бесплатные, с ограниченным сроком пользования, или купленные. Вот эта программа, в которой я монтирую видео, она самая дорогая, я даже ее не сразу купил, откладывал на нее деньги. Это принцип того, что если я что-то продаю сам, стараться не воровать. Например,
Еще музыку я какие-то варианты с джазовую скачиваю, потому что не всегда она есть в платном доступе. Нет у меня на подписке на Яндекс.Музыку, пока я себе это, ну не то что не разрешил, пока она мне не нужна, я обхожусь слушанием радио, если мне нужно музыку. Интернет-радио предоставляет огромное количество уже сформированных диджеями плейлистов, и можно очень фоново хорошо слушать. Есть у меня подписка платная там на онлайн-кинотеатр. Платишь деньги, смотришь фильмы. Не платишь, не смотришь. И это очень удобно. Нужно просто оценить, что кто-то предоставляет очень удобную функцию каких-то программ, вещей. Я сам себя стараюсь научить ценить чужой труд. И у этой медали есть обратная сторона. Ты ценишь чужой труд, соответственно, ценишь свой. Тебе более понятно, сколько стоят твои картины, консультации или какие-то другие виды работ, которые ты делаешь. А остается ли место для благотворительности? Друзья, вот сейчас для кинофестиваля в своем городе, ну это, наверное, уже пошли какие-то оправдания, но все равно скажу. Я бесплатно сделал логотип, заказал и вырезали из пластика призы для этого фестиваля. Я сделал для этого фестиваля бесплатно сайт. Они теперь могут наполнять его и пользоваться. Разместил этот сайт на своем дисковом пространстве, которое уже было оплачено. То есть нужно следить за тем, чтобы не превращаться в денежный мешок. Но вот такая благотворительность, кстати, я вот приготовил 10 своих работ, которые займут место в одном из медицинских учреждений города. Эти благотворительные мероприятия контролируемые мой расход энергии. Когда же на тебя сваливается огромное количество несанкционированных каких-то вещей, в которых ты зарываешься и не можешь выйти на свет, это очень забирает энергию и не дает планомерно заниматься и развиваться. Когда 13 лет назад я открывал свой канал, не думал, что все будет складываться таким лавинообразным образом. Я безумно рад, что появляется столько любителей живописи. У нас, кстати, с вами складываются замечательные отношения, очень мало негативных комментариев под видео. Все-таки творческие люди, они как-то более интеллигентны. Кстати, задавайте вопросы в комментариях к видео, к любым видео. Обратите внимание, если вы читаете комментарии, я практически каждому стараюсь ответить, особенно на момент выхода видео, там в течение недели я вообще мониторю все комментарии и, как уже сказал, стараюсь ответить. На этом все. Спасибо за ваше внимание. До встречи в следующем видео.